Хей, здорово, чуваки, с вами Орлюха, и сегодня у нас снова эксперимент в GTA 5. Да, ребята, короче, сегодня у нас вот такая вот карта. Что же это такое? Это у нас вот такая вот горочка, и самое интересное, это вот такие вот водные кочки. Да, смотри просто, какой у нас сегодня будет эксперимент. Вот такие кочки, и нам нужно по этим кочкам проехать аккуратно. Как бы на скорости, да. И вот доехать до финиша, то есть вот до сюда. Ну, конечно, если мы все кочки проедем, это уже как бы все, мы победили, да. Вот, какие, короче, у нас сегодня машины. А машины у нас такие. Это школьный автобус. Конечно же, Bugatti Divo. Потом у нас вот такой вот лимузин Кадиллак, просто офигенный. Потом у нас, смотри, какая машинка есть. Это у нас Bugatti на больших колесах. Потом у нас Tesla вот такая. Потом у нас Lamborghini Urus. Потом DPS-овская Жигули. Ты только на нее посмотри, блин, реально. ДПС. Вот, потом у нас вот такой Хаммер шестиколесный. И просто глянь, что у нас тут такое. Биг Брат. Машина вот такая вот на гигантских колесах. Просто колеса, кстати, больше, чем вон у Белаза даже, прикинь. Вот у этой тачки. Потом вот такой Бигфутик и, собственно, Белаз. Нереально. Вот, смотри, такой вот грузовик гигантский, да, у нас сегодня. А вот у этой тачки как будто колесо больше, чем у Белаза. Ничего себе. Короче, пацаны, ролик просто вот опупенный. Смотри его обязательно до самого конца. И прямо сейчас нажимай на лайк, чтобы как бы поддержать видосик. Да будь как бы таким, знаешь, добрым зрителем, который ставит лайки. Все, договорились? Надеюсь, мы с тобой договорились. Ну что, пацаны, на какой машине мы сначала проедем? Давай на Тесле, просто на Тесле. Сейчас мы ее затестируем. Стоит такая, скучает. Ну а что скучать-то? Сейчас мы ее как бы проверим, насколько же она крутая, собственно говоря. Так, смотри, вот так вот мы встаем сюда. Вау, вот эта машинка, видишь, такая у нас финишная, а точнее стартовая черта. Ну что, готовы? Надеюсь, вы уже лайки прожали и готовы смотреть. Все, погнали! Давай, опачки! По кочкам, Тесла по кочкам. Проедет или нет, сейчас узнаем. Первая кочка, она просто, чего? Капец, пацаны. Ё-моё, что же это такое-то? Едем дальше, давай, давай, давай. Все, дальше едем по кочкам на Тесле, ребята. Ё-моё, вы видали вообще, как мы уже сильно ее, блин, поломали, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно. Так-так-так, на финиш. Давай, давай, едь, 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 едь. Ребята, тачка заглохла. Машина заглохла. Ну-ка, подожди, а если задом как бы немножко проехать? Задом обычно активнее как-то машинки едут. Ладно, короче, все, машина... Она, кстати, не заглохла, она просто в горку не заезжает. Потому что поломалась. Хотя, смотри, сейчас заедем, пацаны. Немножко осталось. Пацаны, немножко. Давай, 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 Тесла. Ес, ребята. Мы доехали на Тесле до финиша. Первая тачка, и уже мы проехали. Это просто опупенно. Ну, кстати, вот смотри на повреждения. Повреждения мега мощные. Ты только глянь, тачка дымится. Блин, бедная машина. Следующая машинка, которую мы тут затестируем, пусть это будет у нас... знаешь что, знаешь что? Так, эники, бенники, ели вареники. Пусть это будет у нас тачка гаишника. Так, садимся мы в нее, включаем сразу же мигалочки, сирену и погнали, ребята. Насколько же она сейчас хорошо здесь проедет. Ну что, вторая тачка, погнали. Так, разгон, берем разгончик. И первая кочка, опа-на, замечательно. Слушай, ё-моё, блин, все, походу сейчас мы утонем. Просто все, вода нас... накрывает, блин, с каждой кочкой все больше и больше. Ну, кстати, машина едет. Машинка едет и дымится. Но вроде бы как... Ой, все, пацаны, машина заглохла. Заглохла наш Жигулик. Да, бедный Жигуль. Он, кстати, проехал, ну, чтобы так сказать, по-честному, почти до конца. Почти до конца он реально проехал. И это просто, ребята, опупенно. Отвечаю, почти проехали. Мы вот так вот его берем, аккуратненько. И
бульк вот сюда. Давай, давай, плавай. Ламборгини Урус. Ну-ка, покажи-ка, насколько же ты у нас крутой. Так, давай. Вау, вау, вау. Фига он мощный, пацаны. Ну-ка, ну-ка, Ламборгини я люблю. Поэтому мне кажется то, что сейчас Ламба Урус просто опупе... Чего? Она просто ударилась. Чего, ребята? Просто ударилась и теперь еле едет по кочкам. Капец. Мне кажется то, что этот эксперимент, он больше для всяких... Чего? Для внедорожников. Ё-моё! Ребята, это чё? Это половина? Это ровно половина почти. Блин, даже Жигулик нормально. Кстати, где он там? А вот он уже купается вот тут у нас. Ребята, капец! Ну ёшкин крот. На, купайся тоже. Бульк. Пока-пока. Жалко, конечно. Я думал, он нормально проедет. Тем временем у нас, смотри, Хаммер шестиколесный. Ну-ка, мне кажется то, что этот зверь сейчас просто офигеть как проедет. Кстати, я, кстати, до сих пор вижу то, что кто-то из вас не поставил лайк на это видео. Ребята, давайте исправляйтесь и скорее ставьте лайк, чтобы не быть жадиной говядиной соленым огурцом. Как бы, ребята, лайкосики жмем. Давай хоть наберем на этом видео, знаешь, 2000 лайков. Это будет просто опупенно. Итак, погнали мы, короче. Фига! Вот это уже уровень. Тут даже воды очень много. Но Хаммер наш все равно... Ой, тачка-зверь. Тачка-мега-зверюга. Просто офигенная, крутая машина, которую мы припаркуем около Теслы. Кстати, Тесла реально крутая тачка. Она, блин, преодолела все эти кочки. Хоть она даже и... Не внедорожник. Две машины у нас уже есть. Погнали дальше на следующих кататься. Забыл тебе сказать, вот до конца видео досмотришь и напиши обязательно в комментарии, какая машина из сегодняшних наших тебе больше всего понравится. Вот обязательно, у нас их очень как бы сегодня много тогда. И вот ты напиши, выдели самую крутую, которая тебе больше всего понравится. Тут у нас птица летает. Птица, иди отсюда. Так, давай на Бугатти. Бугатти такая она золотая, дубайская, офигенная. Сейчас мы затестим. Мне кажется то, что Бугатти обкакается. А вы как думаете? Погнали. Кстати, ты любишь Бугатти? Вот напиши мне в комментарии обязательно. Она застряла. Блин, застряла просто. Так, ладно, все, первая кочка. Бугатти, покажи. Ребята, Бугатти. О, она заглохла на первой кочке. Бугатти. Ё-моё, да это просто, блин, как понимать. Ребята, Бугатти, не-не-не, Бугатти не для кочек, реально, Бугатти для гонок, этот эксперимент совсем не для Бугатти, на первой же кочке просто тачка взяла и заглохла, просто, блин, какой-то капец, ну и что мне делать, тут даже, блин, понимаете, просто тут дна-то даже нету, ну, такого глубокого, а нет, ладно, тут глубоко, хорошо, ну тогда все, купайся, Бугатти, ой, что-то всплыла как какашка, ладно, купайся, купайся. Да, на Бугатти даже не покатались. Вообще, причем практически, ребята. У нас, кстати, есть вот такая машина на больших колесах. Давай вот мы, кстати, вот ее затестируем. Кстати, у нас еще вот такая Бугатти есть. Смотри, вон. Вон Бугатти, да. Вейрон на больших колесах тоже такая высокая. Вот она, мне кажется, уже проедет очень даже хорошо. Так, короче, Бигфутик, Монстр Трак, Монстр Джем тачка просто. Смотрим. Тестируем, ничего себе, офигеть, вот это круто тень, смотри, пам-пам-пам-пам, о май гад, это мега эпично, это мега круто, уже три машины, которые проехали, ну, как ты видишь, потихонечку у нас вроде бы как получается проходить данный эксперимент, конечно, очень тяжко, не у всех, но все равно, смотри, блин, просто, пока что вот они, победители-то наши. Мне кажется, то, что лимузин вообще тут проиграет. Сразу же, вот так же, как Бугатти, на первой же кочке, сразу же лимузин просто проиграет. Ой, ну не застревай, пожалуй. Ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, Райлюха, давай, опа, все, взял ситуацию под контроль и погнали. Все, первая кочка. Ай-яй, вау, вау. Ё-моё, как я тут про... Все, ребят, сейчас, блин, сейчас движочек водой зальё. Все, капец. Все, машинка, все, кирдык. Кирдык машинки, ну, блин. Это даже не середина, это даже не середина, это вообще только начало. Блин, бедный лимузин, вообще, иди купайся, вот.
Бульк, вот там твое место, как бы, вместе с Бугатти. Вот Бугатти, как бы, а вот купается теперь у нас лимузинчик. Давайте плавайте, ребят, плавайте. Все. Такие большие тачки у нас вообще остаются, в принципе-то, да? Давай вот мы затестируем вот эту Бугатти теперь. Вот эта Бугатти, мне кажется, уже справится вообще на ура. Просто на ура. Давай, заводим. Вау, какая резвая, какая быстрая, какая крутая-то. Ребята, погнали! Бугатти вот такая у нас. Ой-ой-ой! Пацаны! Нифига себе, что за тачка-трюкачка? Вот это да, ребята. Почти доехали до конца. Давай, 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 еще немножко. И все, ребята, это финиш. Она, кстати, очень быстрая. Она реально, пацаны, очень быстрая. Просто ее даже еле удерживаю, блин. Капец, 4 машины, 4-я тачка проехала. Это просто опупенно. И нас еще ждет там несколько машинок. Погнали. Автобус, ребята, кого покатать на школьном автобусе? Садитесь, всех прокачу, как бы. Тут много мест, вы поместитесь точно. Вот, смотри, сколько там сидушек. Просто немерено. Вот, смотри, покажу тебе. Во, ребята, присаживайтесь, занимайте свои места. Кто хочет рядом с Райлюхой сидеть? Вот, а вот тут вот получается. Пишите в комментарии. Так, все, погнали, ребята. На автобусе. Опачки. Ровненько, аккуратненько. Итак, погнали, все. Надеюсь, автобус проедет нормально. Ой-ой-ой. О, ребята, перевернулись. Ё-моё, он даже не встает на колеса. Ребята, ну-ка, Райлюха, скорее вылезай. Блин, автобус проиграл. К сожалению, ребята. Ну, тут ничего не поделать, ребята. Вылезайте скорее, кто сел ко мне в автобус. Это была ошибка. Это реально была ошибка. Лучше бы мы на нем не катались. Ё-моё, ребята, реально просто перевернулись опять в самом начале. Вот такой вот автобус, блин, ребят, реально опасно на нем тут кататься. Ну-ка, бульк, все, плавай, плавай, блин, какашка. Офига, он сразу утонул, даже не всплывал. Сразу же, ну потому что тяжелый, блин, ты посмотри. Да. Остается Белаз и Биг Брат. Давай мы затестируем сначала, наверное, Биг Братика. Ну-ка, Биг Братик. О, вау, сразу сели в тачку. Ничего себе. Реально, смотри, кстати, вот так вот, если машинки поставить рядом, то у Биг Брата, на котором мы сейчас ездим, колесо реально больше, чем... Вот, смотри, реально колеса больше, чем у Белаза. Это просто невероятно. Ну что, давай мы затестируем, как же круто сейчас проедет Биг Братик. У нас эти кочки. Погнали. Опа-на. Вау. Куда? Куда пос... Вау. Вот это да. Мега эпик. Просто. Даже не заметил. Как будто по ровной дороге. Это офигенно, ребята. Как же это круто. Блин, я бы еще раз даже на нем прокатился. Просто тачка пока что самая крутая вообще. Пока что, кстати. Хотя нет. Вот это, походу, самая крутая пока что. Хаммер. Ну, мы еще на Белазе не катались. Сейчас мы на нем прокатимся. Вот у нас Белазик. Давай, Райлюха, залезай скорее. Заскакивай в этот Белазик. Все, ребят, смотри, кон. Реально гигантский. Аж камера. Смотри, как далеко, блин. Капец. Все, ребята, ребятушки. Давайте. Давайте. Кто еще лайки не ставил, просто я вас предупреждаю. Лайкосики ставим обязательно. А я еду на Белазе по кочкам. Давай, Райлюха, надеюсь, у тебя все получится. Все, ребят, погнали. Белаз против водных кочек. Итак, первая кочка. Опа-на, нормально. Вау, 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 вау. Ну-ка, ну-ка, давай, давай, братишка. Давай, Белазик. Мне кажется, то, что он сейчас медленно, но уверенно все-таки проедет до конца. Вот что-то мне вот подсказывает. Потому что реально тачка, смотри, едет. Просто едет, смотри, во. Офигенно. Давай, давай, давай. Хоть и медленно, да, но все равно, блин. Не, ну, конечно, Биг Братик вообще хорошо проехал. Ребята, а это Белаз. Заедет хоть в горку-то? Давай, 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 тяни! Чуть-чуть! Во! Да, замечательно, ребята! Вот и Белаз тоже проехал у нас это испытание. Просто до самого конца. Итого, ребята, итого у нас. Смотри, давай вот мы сейчас немножко... перейдем к результатам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть машин. Шесть машин, которые проехали до самого конца. А сколько у нас не проехало? Давай мы окунемся вот сюда. Раз, два. Потом у нас где-то тут лимузин плавает. Я что-то его... А, вот три. А, подожди. Если там шесть... Подожди. Тут 6 у нас, да? То есть там 5 машин. 5 машин. Всего вроде у нас было 11. Короче,
6 машин проехало, а 5 не проехало. Пиши в комментарии, какая тачка тебе больше всего понравилась. Обязательно ставь лайк. Спасибо за то, что досмотрел видосик до конца. Подпишись на мой канал, чтобы новые видосики не пропускать. А еще мои видосики прямо перед тобой. Нажимай и смотри, какой тебе больше всего нравится по картинке. Да, дружище, ну что, желаю тебе удачи. Не болей, скоро мы увидимся в новом видео. Все, всем удачки и всем пока-пока, чуваки. С вами был Райлюха. Покедова!